Две недели назад жители окрестных домов услышали шум от бензопилы и экскаваторов. Люди не сразу поняли, что происходит, но, разобравшись, забили тревогу. Под будущую парковку вокруг нового перинатального центра вырубали сосны. Да так, что лес редел с большой скоростью. Здесь был очень живописный лес, но, к сожалению, его начали вырубать. Я не понимаю, почему. Очевидно, что крупному медцентру необходима собственная парковка. Ежедневно сюда поступает несколько десятков новых пациентов. Машины оставляют прямо на дороге или между деревьев. Но людей возмущает цена автомобильной площадки. Это несколько сотен хвойных деревьев, каждый из которых очищает кубометры воздуха от выхлопных газов и пыли. Неужели, говорят люди, нельзя было предусмотреть строительство парковки в другом месте? Все равно должно быть как-то щадяще это все сделать, не с таким размахом. Городские чиновники, ответственные за благоустройство, объясняют, другие варианты даже не рассматривали, поскольку считают это нецелесообразным. Изначально разработан был проект планировки межевания территории данного земельного участка вот в лесу, где ранее уже было предусмотрено строительство этих заведений медицинских и также места организации парковочных мест для них. Известно, что парковка рассчитана на 530 мест. В целом стоимость строительно-монтажных работ по проекту порядка 100 миллионов рублей. Деньги не маленькие. Правильно ли уничтожать зеленые легкие в медицинском кластере, где сейчас находится противотуберкулезный диспансер? Горожане сомневаются и в том, что кто-нибудь возместит нанесенный экологии ущерб. В целом зеленый фонд Барнаула в этом году уже потерял сотни деревьев. К началу зимы эта цифра перевалит за 1000. В барнаульских сетях все чаще появляются фотографии и видео неравнодушных барнаульцев, которые берут в руки транспаранты и призывают властей к здравому смыслу. Строительство парковки у центра ДАР, которое попало в городскую программу благоустройства, пока тоже вызывает у людей лишь одни возмущения. Ирина Корчагина, Александр Антропов. Наши новости.